Они тут рычат уже. Вот, собака на охране. Малыши. Раз, два. Бахир, вон там еще три. Четыре, пять. А? Короче, было 7 штук сейчас. Это, наверное, девочки две. Они не убегают никуда. Забились. Бахир, давай коробку. Вот в этой коробке, да, они подбросили? Да, на этой коробке. Не так, а что на ней, на коробке написано? От чего она тут? Не знаю. Вот 7 штук. Подбросили щенков. Охрана собаки подбросила здесь. Застрелил его нахуй, застрелил. Добрый вечер. Блин, тут кто-то в дубне, в гаражах щенят оставил, выбросил, не знаю. Их не было вчера. Видимо, сегодняшние. Их 5 штук здесь. И все это, короче, возле дороги. О, гаражи в дубне. Разбудила? Разбудила, да? Что? Как они спят, а? Такие прям красавчики. Не слышали же. Скажи, нас вывели на улицу, да? Мы теперь на улице гуляем, да, носики? Детей пора пристраивать уже все. Сегодня вторая прививка была. Дети готовы к пристройству. Да? Чуть меня кусала. Ты еще не проснулась? Не просыпается никак. Детки ищут дом. 11 штучек их тут. Показываю вольеры.
Раньше вот это был полностью до конца, от начала, один вольер. Мы специально делали такие большие вольеры, чтобы собаки себя чувствовали комфортно. Сейчас нам приходится вольеры делить напополам. То есть мы отнимаем у собак место. По той причине, что у нас нет мест. Нам приходится делить вольеры, чтобы рассадить собак. Из большого шикарного вольера у нас получается два небольших. Еще раз, это для тех, кто считает, что мы кому-то чего-то должны. Мы должны вот этим собакам, которых мы уже спасли. Больше мы никому ничего не должны. Вот, пожалуйста. Это перегороженные вольеры. Изначально это был один большой вольер. И вот так вот везде. То есть везде вольеры сейчас поделены. По той причине, что у нас не хватает места. Мы не можем брать новых собак, щенков и котят. Не можем. Поэтому будьте добры. Если вы хотите спасти, спасайте собственными руками, не нашими. Не за чужой счет. Вот еще раз показываю для тех, кто считает, что мы кому-то что-то должны. Мы должны вот этим собакам. Вот этим, которые выросли из щенков, таких здоровых собак. Вот этот вольер нужно рассаживать. Здесь у нас сидят три кобеля. Минимум нужно еще три вольера, чтобы рассадить этих собак и стерилизовать. Вот они выросли с маленьких щенков. Вот им мы должны. Мы должны их кормить, стерилизовать и заботиться о них.